Привет, Берс. Я бужу тебя этим ранним утром 1 сентября, потому что сегодня ты впервые пойдешь в школу. И это видео по большей части я записываю для тебя на память. Возможно, тебе сегодня 16, а то и 20, и ты смеешься, глядя на это видео, и говоришь: «Да убери, мам!» И тебе не кажется оно столь милым и важным. Но поверь, с возрастом ты поймешь, какая это память и какое это ценное видео. Ведь моложе и красивее, чем на этом видео, ты меня больше не увидишь. И посмотри на себя, тебе 7 лет, какой ты у меня маленький, хороший и красивый. А тем временем на дворе 2023 год, солнечный, волнительный и знаменательный день. Я готовлю твои любимые панкейки на завтрак, а впереди праздник, твоя первая линейка и первый стих, кстати. Я вижу, как ты волнуешься, но пытаюсь не показывать своего волнения, наоборот, подбадриваю тебя, говоря, что все будет хорошо. Я видела, как ты вчера переживал ночью, задавал мне кучу вопросов о школе. Я понимаю твои переживания, но я обещаю тебе всегда поддерживать тебя, помогать тебе и просто быть рядом. Не буду оригинальной и скажу, как и все. Время очень быстро летит. Время очень-очень быстро летит. Мы не заметили того, как ты быстро вырос, Берс. Но как и сегодня, сколько бы тебе лет не было, мы с папой будем любить тебя очень-очень сильно. И ты навсегда останешься для нас тем самым маленьким мальчиком, нашим маленьким Берсиком. Сегодня ты впервые переступишь порог школы, откроешь дверь в мир удивительной науки, знаний, дружбы, порой сложный и волнительный, но очень интересный, веселый и значимый. Здесь ты впервые познакомишься с первой учительницей, заведешь настоящих друзей и, возможно, встретишь свою первую любовь, и да-да. Сегодня тебя провожаем мы, твои родители, бабушка. К сожалению, твоих вторых, бабушки и дедушки, сегодня нет дома, и они не смогли тебя проводить, но, поверь, они также верят в тебя, любят и гордятся. Да, Алмуха. Все будет хорошо. В завершении хочу сказать, пускай это путешествие в 11 лет станет для тебя увлекательным, познавательным, счастливым. И ничего не бойся, смело преодолевай урок за уроком, страничку за страничкой. И оставайся таким же лучезарным, веселым, хорошим мальчиком. Желаю тебе больших успехов, хорошего настроения, веселых приключений и отличных отметок. С любовью, твоя мама.
утро, завтра было. Здесь со мной почти что класс. Вся шестая гордо школа, самый главный первый класс. Надеюсь, что мы успешно пройдем этот год обучения. Все начало бежать.